Ежедневно дорогу у областного ЦОНа по улице Модели Кожа переходят сотни людей. Причем переходят люди по правилам. Несмотря на знак пешеходного перехода, каждый раз горожане подвергаются риску оказаться под колесами машин. Некоторые шымкентские водители знак якобы не видят, другие и вовсе его игнорируют. Трудно здесь переходить дорогу. Одни водители пропускают, а другие нет. Вот только что нас с мужем чуть машина не сбила. Еле успели отбежать в сторону. Я считаю, что здесь нужны разделительные полосы, чтобы избежать несчастных случаев и ДТП. Это во-первых. Во-вторых, там, где установлены знаки пешеходного перехода, не хватает зебры. Обычно именно на нее реагируют водители. Поэтому властям необходимо обратить на это внимание, чтобы не случилось трагедии. Зебра на этом участке, как выяснилось, была нанесена после сдачи объекта в эксплуатацию в прошлом году, но после трех зимних месяцев от нее не осталось и следа. В конце года, 2014 года, мы установили, согласно проектно-сметной документации, все дорожные знаки, в том числе и пешеходные. Разметки, если вы помните, разметка тоже была начерчена, но как-то после зимы этого не осталось. Теперь свежая разметка на этом участке дороги появится только после того, как в Шымкенте установится сухая теплая погода. Работы запланированы на апрель. Бахрам Талибжанов, Антон Семенов, Константин Гавшев, информационная служба, телекомпания «Отрар».